Александр Кириецкий. О, Прометей, к скале прикованный, за подаренный смертным огонь, Зевс, наказав, обрек нравы Титана на безумную муку бессмертных. Царь бытия в руках весь мир держит, океаний плачет, не тронь. Честь олимпийцев, страх, свет с вершины, силу безграничную у первых, и друг кузнец Гефест, из чего горна огонь он похитил косари, чтоб обучать рабов днем, богов тайном, сцепил его руки и ноги, кто пусть с добром, сойдя из царств, сердцем жег под вечер звезд культы умри ночью, а поутру возродись, страдать от новых вер, как их пророки. В нас ведь Христос, Аллах, луч Яхве, да мантры Кришны, в огнях потолок. Не к торжеству ли сол плач, а Зевс в обрядах предков, о беспрекословность. Дух ослеплять, кто жаждал в рай попасть, Кермесу подражал, знает Бог, жег языком врагов, как Прометей печенчью орел рвал за греховность. Александр Кириацкий, 21 марта 2023 года.